попалась мне когда-то книжка, ну, повелся я на обложку. Смотри, какая красивая, тут орел такой нарисован, общипанный, ну, то есть европейский. Бумага такая старая. И вдруг выясняется, что эта книжка напечатана в 1569 году аж. И вот стало и написано, ну, на немецком языке, еще готикой, готическим шрифтом, и какие-то тут вот таблицы, какие-то вот тут вот рукописные заметки. В общем, кое-как попытались мы это прочитать. Там, те люди, кто этим знает. В общем, ребят, не поверите, в 1569 году люди герб Данцига, то есть, скорее всего, где-то в Данциге эта история происходила, для крестьян выпустили просто книжку, как, что когда сажать, как совпадает с фазами луны, где какие фрукты, овощи. И какие-то крестьяне делали заметки, то есть как правильно это все делать.